Всем привет, друзья! С вами Роман Стелс, и это Mortal Kombat 10 на PlayStation 4. Честно сказать, до сих пор не понимаю, как вообще сложилось таким образом, что я не прошел в своей жизни Mortal Kombat, скажем так, классические. Да, ни первый, ни третий, ни Ultimate мне почему-то пройти не удалось. Единственное, которое я проходил Mortal Kombat в детстве, да, тогда, из классических, это второй. И то один раз как-то совершенно случайно за Лю Кенга. Что касается последних Mortal Kombat'ов, ну, не классических, да, там, Армагеддона и так далее, они, в общем-то, нехитрые в прохождении, и там как таковой-то сюжетной линии нет. Но о чем это я? К чему я это все говорю? Да к тому, что осенила меня идея, так сказать, пройти Mortal Kombat 10 и, в общем-то, все это дело... Господи, ты боже мой... записать. Да. Что ж, этим и займемся. В общем-то, и пройдем. Ну, пройдем мы, естественно, сюжет, почему нет? Надо же все-таки начинать Mortal Kombat проходить вообще когда-нибудь. Как видите, я даже не начинал сюжетную линию. Я немного, признаюсь честно, немного подрался в обычных боях. И понял, что я хреново дерусь вообще. Ладно, посмотрим, что там нам поведает история. Raiden and the Elder Gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether Realm. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earthrealm. So Raiden convinced the Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds, give Earthrealm a chance. For generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. The war moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Kombat. 2 years ago, we beat him. But Shao Kahn wasn't ready to lose. He violated the rules of Mortal Kombat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders, our friends, were killed, turned into evil undead warriors. Despite the odds, stopped Shao Kahn's invasion. As punishment, the Elder Gods destroyed him. We thought the long nightmare was over, but it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. All part of Shinnok's plan to escape the Netherrealm and resume his war on the Elder Gods. Интересно, интересно. Shao Kahn без нашего ведома убили. Сколько раз его в Mortal Kombat геймеров по всему свету убивали, и только сейчас умер в 10-й части. Без нашей, так сказать, руки. Просто из-за старших богов. Так, ну смотрим, смотрим. Махач какой-то тут даже пехота, пехотинцы. Первая Джонни Кейдж. Destination, deadhead. Set her down nice and easy for me. Don't I always? If by always you mean not once. Major? Это Соня? Джонни Кейдж? Военный теперь? All right, you have the rendezvous coordinates. Far edge of the forest.
From there, we access the portal to Raiden's Sky Temple, where there's an angry former Elder God and his devils waiting for us. Gods, portals, flying demons. Blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse, if we do not expel Shinnok from Raiden's temple, he means to poison Earthrealm's life force, the Jinsei. And we're not gonna let that happen. Kenshi and I appreciate the Major allowing us to join you. We're happy to help kick Shinnok's bony ass back to the Netherrealm. Кстати, они молодые здесь, они тут не старики. Или может это просто начало? Ух, нифига! О, Скорб! Нифига круто! Ух ты, черт! Quick time event, а я его не. О, я его выполнил, молодец. Ой-ой-ой, не то нажал, все. О, по морде получил. Оч! Че, я не выполнил? Господи, квиктайм ивенты, ну о чем тут речь? Это еще что за нахер? Это что, Саб-Зиро? Красота! Это было круто. Все-таки Джонни Кейдж прикольный персонаж. Без него, ну просто никак. В Mortal Kombat, на мой взгляд. Ух ты! В фильме Mortal Kombat я бы хотел. Главное, конечно, чтобы нам и задницу сейчас не надрали. Но это очевидно, но это понятное дело. Getting a little ahead of yourself, aren't you? Ну ух ты, черт! Фига, какой быстрый Джонни Кейдж. Боец. Ух ты, ух ты. Черт, а что не получается? Получается. Черт, ой-ой-ой-ой. Так, все, надо вспомнить. Управление надо вспомнить срочно. Хотя бы по аналогии с. Thank you and good night. С девятым МК или с каким? Да, с девятым. Блин, вроде, кстати, схоже управление, да и от выставки Игромир не очень отличается, там оно, в принципе, было, мне кажется, даже более тугое. Ух ты, какой брейк замечательный. Стой, не, подожди. Хорош, X-Ray. Ух ты, черт. Ну чё, офнули скорпиончика. Было неплохо, черт возьми. Соня, get out of there! С каких пор они вместе вообще работают? Ух! Гордон Фриман стайл! Так, ну что, теперь Саб-Зиро?
was unpleasantly cold. Ух ты, чищище. Надо, главное, расслабленно себя вести, и все будет хорошо. Ой-ой-ой. Не, ну они же это, они комбо умеют делать все. Компьютер это, а я ни хрена не умею. А, нифига себе. Я черт топлю кнопки, а смысла нет. О, это высокая, а низкая. Ой, что-то я сливаюсь. Что-то я совсем сливаюсь. Ах, ну это, так сказать, удар последней надежды, что называется. Как-то тут даже непонятно. До сих пор не могу понять, удобно тут спешилы делать? Мне ни хрена не удобно. И надо с блоками, да, разобраться, не забывать про них абсолютно. Ай! Такие чуваки не могут друг по другу попасть. А, черт. О, черт. Бронированный, он себе делает броню из льда. Это, конечно, интересно, но... Что ж такое-то? Да, все, надо без блоков играть не получится, я так понимаю. Поэтому надо все вовремя делать. Да ладно, вырвали победу. Кое-как, на самом деле. Еле-еле. I liked it better when we fought on the same side. Фух. Ладно, что же дальше? You okay? We fared better than the men. Add them to the list of things Shinnok will answer for. Честно говоря, не очень понятно, что вообще происходит. Понятно то, что мы летели на миссию спасать цепь определенную, которая... Тут и Уджин, и Рейден, конечно же. Спасать цепь, которая держится, собственно говоря, весь наш земной мир. Но нас подбили и, в общем, со скорпионом. И не очень-то у нас это... Бум! Ух ты, хорошо. Не очень нам это удалось. Ну и чего? Упал наш вертолет и что-то и все. Фига себе! Классно, кстати, графически игра очень выполнена. Графончик тут такой нормальный вполне. Ух, ни хрена! Рейден, we must refortify the portal's defenses below. No, Fujin, it is too late. Что за нахрен? Кванчи? The mighty gods of Earthrealm. You befoul these hallowed grounds, Quan Chi. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. Это кто, Страйкер, что ли? Кабал? И Синдл? Прикольно. Ну, в игре-то быть не должно. And my lord himself shall witness your fall. Черт, я думал, сейчас будем меситься с ними. Ну ладно, ладно. Какая-то гора трупов шаолинских монахов. Или как они там, Белый Лотос. Ну и мы с пушками, мечами. Какой замечательный Mortal Kombat. Кто тут у нас? Это что за херня? Это что, Джакс такой? Джакс.
Nightwolf. Сейбл, что ли? Или Смок? Кат-сцены классные с боями, на самом деле. Смок. Смок. Какого хера? The real Jax wouldn't punch his best friend. Johnny Cage, killing you will be our pleasure. Ух, черт, вот Джакса я боюсь. Вот кто бы что ни говорил, для меня это всегда был самый сильный противник. Какие там горы, хренора. У меня какой-то нездоровый страх к Джаксу. Ух ты, что-то я там какие-то сальтухи пошел крутить. Ах ты. Черт. Надо быть аккуратным, черт. Рожу набил Джакс, я его боюсь. Блин, да какие же у меня сильные удары все время были. Надо оставить. Ахаха, бьет. Ух ты, хорошо отбились, еле-еле. X-Ray не хотел тратить. Ух ты, понес его очень сильно против меня. Да что ж такое? Ты же, кстати, блок держал, ну не знаю, не знаю. Да, он что-то третий удар блокирует по умолчанию в любом случае. Вертушку, ах ты, вот это прием. Есть. За X-Ray'ем. А там посмотрим. Авось получится слить его. Да ты что? А хорош. С X-Ray он лег. Я рад. Черт, у меня, честно говоря, сердце так бьется. И спереживался сейчас, дравшись против него. Вау. Nice seeing them again. Sonya, that's not him. Sergeant, what is it? That the elevator? Yes, the elevator. Sento contains the souls of my ancestors. Guide me. Could they hurry the hell up? I stay here. Close the door. Прикольно. Только нечестно немножечко. Ребята хотели тоже свалить, судя по всему, под шумок. А он такой, оп, нет, ребят, вы остаетесь. Так, кто у нас? Зомби-страйкеры с кабалами против Рейдена и Фуджина. Которые как... А, ну, конечно, кончи. Которые как-то пытаются их сдержать. Хотя вы и так все видите. Че я комментирую? Не могу. Мне приполняют чувства. Хренася. Quan Chi стайл. You see it now, Raiden. Шинок.
your legacy. You poison their hearts with hope. And what do you offer? The same as you did millennia ago, when you betrayed your fellow Elder Gods and attacked Earthrealm. We stopped you then, imprisoned you in the Netherrealm. We will do so again. Remove the shadow from the light. The shadow grows. The legacy of life is death, Raiden. My followers accept this and live on. They fight for me. А почему он сразу так не сделал? Will not touch the Jinsei. Oh, I will. And all of Earthrealm will learn the truth of death. Sorry, ma'am. Didn't see you there. Miserable wretch! Insignificant speck of feculent scum! How dare you! That is mine! Ready? As always. Шунок вообще хорош, но Джонни пару раз по розу это вроде дал. О, господи. She will be the first to join me. No! I'm not sure what just happened to me, but I am sure of this. You don't even think of hurting her. Так, 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 вот это уже серьезно, это Шинок, черт возьми, это мейн босс, какого черта нам его дали сразу? На, черт, бьет, больно бьет. Фига себе, на него ни хрена ничего не действует, ни X-Ray, ни хренее. Фига, с двух ног ему зарядил. Чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, ну, прыгать тут, мне кажется, надо поменьше. Какой-то у меня шансунговский... Да не, я ща грибу. Походу, всё. Это Да, он силён. Да сильно силён. Да ж того же. Да что ж это такое? Ух ты, я всё заблокировал. Забав. Да что ж такое ты? Ну ты что такое был-то? Зачем это мне нужно? Это было мне не надо. Ай-яй-яй, больно. Черт. Он как знает, что что я в блоке стоял. Да что такое? Был бы X-Ray. О, нифига себе, тоже сойдет. Есть. Ух ты, блин. Ну, это ничья, это значит, что сейчас будет фейл.
главное. Все. Это что, он мой прием забрал? Что такое? Он все блокирует, вообще хорош. Хорош. Ах, ты хотел вазочкой в него кинуть. Не прошло. Лок. Печь. Хорошо, как у меня так получилось, я, честно говоря, не понял, но спасибо. Плохо, держимся. Хорош! Есть! Отлично! You really are a fallen elder god. Johnny Cage, the amulet! Enjoy the new digs, Gramps. Sonya? Johnny, did we? Yeah, we got him. Remain here. The chamber's properties will heal Sonya Blade in short order. Quan Chi and the others, they're gone. A surge of power within the chamber overwhelmed my senses. We can deal with Quan Chi later, Kinshi. We've netted a bigger prize this day. Shinnok's amulet. And within it, old Fishface himself. Let us take the amulet to the Elder Gods. They cannot destroy it. No one can. They might offer counsel. Shinnok can never escape. The war is not over. Quan Chi has escaped. Why are you smiling? She called me Johnny. Милота. Рейден told me later that I'm descended from some Mediterranean warriors. Bred as warriors for the gods. I've never been able to resummon that green halo. Рейден thinks it was triggered when I saw a loved one about to die. How about you, Cassie? Can you summon anything like that? Or did it skip a generation? Take it easy, Jin. We didn't need a halo in Darfur. Or Iran. Or Kurdistan. Did we, Jackie? Nope, we didn't. Shaolin monks ever send you there, Jin? I've seen plenty of action. Takeda and I both. Stuff that blow your special forces mind. At ease. You're all here because you deserve to be. You're beautiful and unique snowflakes. Now, as I'm sure you're unaware, judging from the lack of gift cards, today is our team's 6-week anniversary. Secretary Blake says he's pleased with our progress. You could spit in his hair and he'd be pleased with our progress. He was smart enough to have Mr. Cage put this team together. I'm glad the Shura Ryu chose me to join. New places, new faces. As the secretary pointed out, us older folks are going to retire someday. So it's time for your generation to step up. Shaolin, Shirai Ryu, SF. Together. For your team's first mission, you're going to the Lin Kuei Temple. We haven't heard from the Grand Master in a while, so we need to make sure he's still on our side. That he's got our backs if things flare up again with Outworld. You need to bring him in. But don't be surprised if Sub-Zero's not willing to cooperate. Why be worried about Outworld? I thought Kotal Kahn respected the Reiko Accords. He does, but he's facing a civil war. The rebels win, those accords will be history. Отлично. Что ж, ладно. Начинается глава 2. В следующем эпизоде увидимся. Коталь Кан. Окей. Посмотрим, что же это такое. С вами был Роман Стелс. Надолго не прощаюсь.